Приветствую вас на канале AsmodeiPlay. Мы продолжаем играть Bioshock 1. Итак, мы собираем костюм папочки. Нам остался шлем. Да, шлем. Сапоги и... Кто? Чехол этот. Мы собрали. Так, нам надо... Нам надо шлем. И где этот шлем? О, а вот и шлем. Поздравьте меня. Так, и что у нас здесь имеется? Да подожди. Не может быть, чтобы все так просто было. Сейчас я возьму, и по-любому на меня нападут какие-нибудь хрени. Так. Подожди, подожди. Так, так. О. Так, последняя новинка серии. Так, это у нас что? Вот сюда заменим. Подожди. 7. Не то. Болты. Поменяем. Зажигательно. Вот, болты ловушки. Так. И вот так. Подожди, болты со стороны наконечником. Нормально. Все. Смотрим теперь, кто к нам придет сейчас. Ой. О. На, на, на. Так. На. Подожди, ай! Так. Ну вроде неплохо. Неплохо мы собрали здесь. Так, ага. Мне надо выходить. Хорошо. Выйдем. Подожди. Вот так. Если быть правильно, то вот так. И посмотреть, да, сколько нам... Ага, еще одну девчоночку спасти надо. Я обязан ее спасти. Каким бы уродом меня не считали, спасти я ее обязан, потому что дети — это наше все. Так, переходим сюда. Что у нас здесь имеется? Немножко сюда, немножко сюда. Ой, не так, вот так. В другую сторону. И блин, а где, а как? Вот так и вот так. Поехали, поехали. Так. Давай, 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 давай. Так. Вот так, вот так, вот так. Блин. А как нам вот так? Потом вот так. И вот так. Мы их с собой забираем. Этих роботов. Ага, больше двух нельзя, да? Тихо, кто это по мне? А за что это мне? Я не понял. Вот я тебе что сделал-то? Э? Ну ладно. Нет. Кстати, как нет, сказать, нет, это нет. Просто везение, просто повезло. Потому что девочку я хотел спасти, конечно, но... За что на меня напали, я не знаю. Так что
Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. На здоровье. Что это у меня? Картечь. Хорошо. Давай взламываем тогда. Блин. Ладно. И шашлычок под конючок. Вкусно. Очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Ой-ой. Итак, ладно. Где у нас? Где? Вот, вот она. Подожди, вот она, рыба моей мечты. Вот она. Вот она, рыба моей мечты. На. Съели, да? Ага, все. Включить. Взломать. Есть, есть. На попе шерсти метров 6. Так. Да подожди, вот так. Это так. Это так. Это так. И вот так. Вот и все. Кто в кого хреначит опять? Или что, мне... А, я, видимо, похож на большого папочку, и поэтому на меня напали. Спасибо. Да пожалуйста, давай. Да пожалуйста, беги, солнышко. Что нам здесь купить можно? Зимняя стужа. А я вот куплю зимнюю стужу. Так, циклон. Так, рой насекомых, человек, огонь. Подкрадываешься, машинный усилитель. Ну, даже не знаю. Пока в банке оставить. Мишень. Создайте приманку, которая отвлечет от вас внимание. Ну, давай. Пока не надо, хранить в банке. Акустический удар. Не надо, рой насекомых. Тоже циклон. Не надо, человек, огонь. От огня и сами. Так. Вот сюда. Ну и закрыть. Все понятно. Итак, мы идем. Мы теперь как большие папочка. Куда мне надо? Чего? На, нифига. Ага. Ну пойдем сюда. Где-то что-то там они ловушки бахают. Так, аж нажмите так, чтобы получить свет или зарядить. А где? Ага. Все, понял. Вот сюда. Да. Ну, кстати, я девочек-то всех освободил, поэтому не знаю, даже кто-то выбежал. И прошу тебя, для меня это очень важно, чтобы ты был с девочками помягче. Я не... Не обижу их. Вы что, меня за зверя считаете, что ли? Ни одна девочка не пострадала за все время игры. Поэтому... Давай. Ага. А, вот так можно, да? Хорошо. Это просто хорошо. Та-да-да-да-та-да-та-да. Малышки отведут тебя к фонтейну, но ты должен их оберегать.
Робин Гуд и Кроска Джон по лесу гуляли. Тиры-тиры, пробегом. Так. Ну давай. Быстрее, мистер Би. Я вижу, как ангелы танцуют. Давай. На них. Девочек нельзя обижать. Где ты? Падай. Быстрее, мистер Би. Ангелы ждут наших поцелуев. Кто? Где? Кто? Кого бьет? Копайтесь, мистер Би. Ангелы не ждут капушек. Не бойся, я постараюсь быть максимально. Не беспокойся. Ангелы не ждут капушек. Давай, я-то здесь. Я здесь, и любая тварь, которая на тебя нападет, будет иметь дело со мной. Быстрее, быстрее, мистер Баблс. Вернись! Я ничего такого не хотел! Быстрее, мистер Би! Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Подожди ты. Да, вот эта штука очень даже пригодится. Ты же хочешь выжить? Вот и я хочу. Поэтому эта штука нам нужна. Так. Подожди. Вот так и вот так. Все. Что? Кого бить? Быстрее, мистер Би! Ангелы ждут наших поцелуев. Посмотри на них. Даже хотя физически им больше не нужно заниматься сбором, ментальные путы Сушонга все еще действуют и заставляют их выполнять эту ужасную работу. Эти грехи нам никогда не исправить. Да пусть занимается. Нельзя терять время. Давай, 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 не бойся. Ты чё? Ты чья? Копайтесь, мистер Би. Не беспокойся. Ты проиграл. Пора идти, мистер Би. Нормально так. Быстрее, мистер Би. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Блин. Давай. Подожди. Так. Давай поменяем. Для начала. Так.
Потом вот так. Господи. Вот так. Все. Теперь он за нас. Быстрее, мистер Би. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Давай. Текс. Вот так. Где она тут развернуть-то можно? Вот. Подожди, вот так. И вот так. И вот так. Все. Подожди. Так. Так. Вот так, вот так. Потом немножко вот так. Чуток вот так. И все. Давай. Что тебе надо, собирай. Быстрее, мистер Би. Осторожно. Они своими сборами наверняка привлекут мутантов. Давай. Я готов к этому. Добрая, доверчивая. Быстрее, мистер Би! Ангел, что в нашем... У них больше нет Адама. Теперь они уязвимы, как обычные дети. Ничего страшного. Я их почти всех освободил. Сколько их тут будет, я еще не знаю, конечно. Так... Подожди. Поехали. Если одна малышка погибнет, ты можешь позвать другую через люк. Но каждая утрата – это грех. Конечно, вот здесь я с тобой полностью согласен. Пойдем. Первая малышка погибла. И мне очень жаль. Очень. Давай. Будешь его ковырять? Ведь осталось-то пройти всего ничего. Давай. Только малышки умеют открывать эти двери. Ты
должен их защищать. А я что делаю? Вот большой папочка. Слушайте ложь Атласа и копайтесь, мистер Би. Восторг. Ангелы не ждут капуши. Чисто. Пора идти, мистер Би. Так. Так, ладно. Девочки, все равно у тебя мутанты считаются, так? Где? Вот так. Потом вот так. Еще немножко так. И подожди. Нифига не так. Вот так. Вот так. Согласен. А куда вы должны идти? Копайтесь, мистер Би. Ангелы не ждут капуши. Давай. Мне их надо расхреначить сейчас. Так, кстати, эти на меня тоже не реагируют, кстати, чего очень прикольно. Так, разворачиваю. Вниз, вниз, вниз. А, вот так вот. Не важно. Нам все это не важно. Вот так. Оп. Быстрее, мистер Би. Давай. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Быстрее, мистер Би. Спокойно. Ангелы ждут наших поцелуев. Давай. Подожди. Что у нас тут? Ждут наших поцелуев. Ты бы не спешила бы так, деточка. Так, подожди, ангел, не танцуй пока. Опаньки. Сюда. Где? Немножко вот сюда. Потом вот сюда. 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 Твою ж мать, так где? Вот сюда. Так. Вот так. Тихо. Давай. Вот так. Развернем в другую сторону. Так, это сюда. К
прямых нету. Какая досада. Так. Подожди. Вот так. Спокойно, где? Так. Нужна малышка. Разборки были с настоящим папочкой. Он что-то взбесился. Я думаю, он что-то подозревает. Давай. Деньги. Я вижу, как ангелы танцуют на небе. Револьверные патроны кончаются. Тут противопехотные. А патроны для автомата будем использовать. Будем охреневать в атаке. Так, я все равно здесь ничего не могу, да? Нечего. И негде. Так, бешенство, маркер безопасности. Сжечь зимняя стужа. Давай. Подожди. Я сначала гляну, что здесь. Снаряды, так, осколочное реагирующее на движение. Здесь мне ничего не надо.
Здесь улучшение Евы. Нет, если ты не приходишь в саду собирателей, то нет. Все умные папы заряжаются в саду. Так. Картечь. Патроны для автомата. Ну, мне не надо. Вот картечь надо. Вот этих револьверных патронов. Здесь что мне? Тоже вроде ничего не надо. Так, используй иглу сестричек, чтобы выжать весь Адам у Фонтейна. Это единственный способ справиться с ним. На, возьми и воткни это в плохого дядю. Давай, где ты? Ты где? Да где ее взять-то? Здесь? Нет. На! Возьми! И воткни это в плохого дядю! Фонтейн ждет наверху. Пути назад нет. Так что будь уверен, что готов разделаться с ним, прежде чем двинуться дальше. Ну что ж, посмотрим. Увидим. А мы пока находимся на канале Asmodee Play. И мы продолжаем. Так, подожди. Понятно. Болты с остальным. Зажигательных болтов возьмем. Давай. У нас бой намечается. Бой у бой. Помню, как мы с немкой запихнули тебя в подлодку. Тебе года два было. Ты был моим тузом в рукаве и одновременно был мне почти как сын. Вот почему это так больно. Предательство, малыш. Жизнь. Ой. Врёшь. Давай, посмотрим, кто ты и что ты. Давай начнем взлом. Будешь на моей стороне участвовать. Если, конечно, такое приемлемо. Так. Сюда. И вот сюда.
ладно. Так. Давайте, девчонки, хреначьте ее! Давай, давай! Дядя забрал моего ангела! Твой дядя ушел! Он плохой! Падла! Плохой дядя, плохой! Ну вот, собственно, и победа! Это чего такое? Они предложили тебе свой город. Ключ от города. Ну давай, девочка. И ты отказался. Я принял. Что же ты выбрал? То, чего они ждали от тебя. Ты спас их. Ты дал им то, что у них похитили. Ты дал им шанс. Возможность учиться. Найти любовь. О, это я хороший парень просто. Жить. Мне это нравится. И что ты получил в награду? Да. Ты так и не сказал. Но награда. Я догадываюсь. Ну вот она награда. Ты что может быть лучше? Обрел семью. Конечно. Это прекрасно. Ну что ж, вот еще одна игра пройдена. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, поставьте колокольчик, чтобы не забыть напоминания. Увидимся в новой игре. Пока!